Здравствуйте, меня зовут Эвелина Ведом. Я родилась в Эстонии. Эстонский язык я выучила благодаря своим сокурсникам и коллегам. Это помогло мне лучше погрузиться в языковую атмосферу. Эстонский язык я советовала бы учить с помощью сериалов, просмотра сериалов и телепередач с эстонскими субтитрами. Так вы сможете лучше запомнить неизвестные доселе слова.